Ті дикі птички. Какие-то они. Это просто африканские птички. Это птица счастья. А это разные? Это мальчик и девочка? Да, мальчик и девочка. А там, получается, был мальчик, и они просто запевали. Ой, боже. И там вот он был больше, эти молодые. А там была уже такая здоровая. Синий птичка. Такой более, ну, другой чуть-чуть был. Он был похожим на него. Они просто дикие, они сафики, видите, они еще уже до конца не адаптировались. Хотя они, в принципе, уже месяца 4. Но они все равно еще такие, да? А их приучить невозможно. Они сами по себе.